Всем привет! Сергей Изовский из Аликанте. По многочисленным просьбам, пока гуляю свою собачку, решил вам показать опять очередные цены. Каждому в почтовый ящик, не каждому, а на дом, допустим, приходит вот такая реклама. Еженедельно, кажется. Мне очень несложно сейчас показать вам, пока собака гуляет, что, какие цены по скидкам предлагает магазин Lidl. Смотрите. Да, кстати, в Аликанте сегодня 6 февраля. На солнышке градусов 20. Даже может с чем-то. Смотрите, какие цены. И удивляйтесь. Птички поют. Котлетки. Очень много меня благодарят за то, что я показываю вот эти вот реальность. Сколько что стоит в Испании. Посему, как есть возможность, показываю вам эти цены. Да, по поводу недвижимости хотел сказать. Постоянно говорю людям, что если вы заказываете, пожалуйста, определяйтесь, что именно вы хотите. Или зайдите ко мне в Skype Spine Tour, и мы с вами разберемся, какой город в провинции Аликанте вам нужен. Где именно вы хотите купить недвижимость. Я порекомендую, так как живу здесь уже достаточно давно и знаю многие города этой провинции. Я вам все порекомендую и расскажу. И вам будет намного проще определиться с выбором покупки недвижимости. Ни на одном форуме вам подробно... Ветер, порывы бывают. Не расскажут об этом. А по скайпу за 15 минут мы с вами определимся, что, где я остановился. Вот, это для мужиков. Инструменты, да? Далее. Иногда клиенты говорят так. Да мы едем, нам квартиру или дом. По опыту эти люди едут просто покататься бесплатно на машине. Так как человек, который реально хочет купить недвижимость, он точно знает, что ему нужно. Бунгало с участком небольшим, с бассейном ли, или квартира. Поэтому, если вы пишете заказ на почту spinetoursobaka@gmail.com, то, пожалуйста, укажите, если это квартира, какой этаж, какая удаленность от моря, первая или вторая ли линия моря, возможно, третья. Километр, полтора. С бассейном квартира в резиденции или нет. Какой бюджет у вас? 50 тысяч, 100 тысяч. Это тоже
очень быстро поможет вам подобрать вариант, который, может быть, вас устроит. Вот такие вот пироги. Такая ситуация. Ну что ж, ветерок немножко мне помешал сегодня, но думаю, кому надо, тот рассмотрел цены. Комментировать их мне лень. Работаю очень много, снимаю очень быстро. Что касается дома, то же самое. Ну, допустим, бунгало. Допустим, это бунгало. Где? Какой город? Аликанте. В Аликанте бунгало, в самом Аликанте нет практически. Они находятся в Сан-Хуане, в районе. Моя собачка. И от города Аликанте далее. Поэтому по Аликанте в основном продажи идут именно квартиры. Что вам еще рассказать сегодня, в этот прекрасный солнечный день? Лень мне разговаривать совершенно. Собачка моя прогулялась. Цены я вам показал. Пишите письма на spaintoursobaka@gmail.com. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите новости от Русского радио. Всем удачи. Пока.